Забинфо.ру. Первый информационный сайт Забайкальского края. В Забайкальском крае живут и трудятся представители более 120 национальностей. И вопрос единства имеет для нас громадное значение. Иначе и не может быть. Будем едины, значит, сохраним нашу историю, свое настоящее, будущее наших детей и внуков. Ну, сегодняшнее мероприятие проводится по инициативе от городского совета ветеранов и боевого братства, профсоюзов, вы видите, но и приняли участие и политические партии. Но сегодняшний день отмечается не как партийный праздник. Это день действительно народного единства, которое должно... Вот я смотрел Приморский край, там тоже вышли все флаги. Я думаю, по всей стране сегодня все флаги будут выходить. И это большое дело, потому что главный лозунг сегодня – это поддержка президента, поддержка тех социальных задач, которые он поставил. Это поддержка его внешнеполитической деятельности по объединению. В воскресенье вот мы недавно проводили здесь митинг в поддержку народов Крыма. Россия – великая страна, великий народ. Спасибо вам за это огромное и низкий поклон. В воскресенье прошли выборы и избрано легитимным правительством Донецкой, Днепропетровской и Луганской областях. Я считаю, что это идет объединение всех русскоязычных территорий, всех территорий, которые хотят жить в мире, в согласии и поддерживать друга. У нас объединяется и создан и таможенный союз, и значит, куда вошли там Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, то есть те республики, которые раньше были. Я думаю, у России есть потенциал объединить все прогрессивные силы, все дружеские силы для того, чтобы мы строили социальное государство, чтобы в наших странах люди жили счастливо, безопасно и доверяли нашему правительству. Вот цель вот этого праздника. И я очень рад и доволен, что сегодня вот это на осеннюю такую погоду люди пришли, и вот площадь, в принципе, мы сделали заявку на 1500, но здесь больше 2000 сейчас сегодня населения. И люди пришли не по разнарядке, а пришли действительно по зову сердца. Вот за это им спасибо. Наступает время собирать камни. Это очень важное мероприятие. Это наша страна. Это в ней наша сила во все времена. Это наши надежды и радость побед. И никто не затмит этот солнечный свет.